называется «МЭФ как объединитель. Непримиримые противники ищут согласия». Здесь сейчас присутствует Новиков Дмитрий Николаевич, заместитель председателя КПРФ. Новиков Дмитрий Георгиевич, заместитель председателя ЦК КПРФ. Я предлагаю всех приветствовать. Савельев Андрей Николаевич, председатель партии «Великая Россия». Несмотря на то, что Владимир Иванович координатор ФДС НПСР, постоянно действующего совещания национально-политических сил, я сначала хотел бы представить все-таки Леонида Григорьевича Ивашова, основателя. Наше совещание пошло от попытки 5 лет назад выдвинуть Леонида Григорьевича кандидатом в президенты Российской Федерации. И сейчас не поздно. Тогда это не получилось, но работа не прошла зря. Все те силы национально-патриотические, которые пытались организоваться на этом одном конкретном действии, не разошлись, а создали постоянно действующее совещание. Координатором нашего совещания является Филин Владимир Иванович. Человек, может быть, не всем известный, но 5 лет на своем горбу тянущий эту огромную, неблагодарную, но очень важную работу. Теперь я очень рад приветствовать здесь, прежде всего, я считаю, что их можно рассматривать как почетных гостей нашего мероприятия. Совсем небольшая группа, их было всего 7 человек, депутатов, которые 4/4 века назад, люди разных политических взглядов, но тем не менее проголосовали против Беловежского сговора и разрушения СССР. Я зачитаю все фамилии, а те, кто есть, просьба встать, чтобы мы вас отдельно могли поприветствовать. Прежде всего, Бабурин Сергей Николаевич. Есть? Сергей Николаевич, представьтесь, пожалуйста. Балала Виктор Алексеевич. Есть? Исаков Владимир Борисович. Константинов Илья Владиславович. Но, тем не менее, наш приветствие. Лысов Павел Александрович. Павлов Николай Александрович. Отсутствует, тем не менее. Колосков Сергей Анатольевич. Спасибо. Еще раз, это люди разных политических взглядов, но которые не смогли своей рукой разрушать нашу страну. Здесь, кроме того, присутствуют представители разных политических сил, в том числе и не входящих в наше постоянно действующее совещание. Они могут с чем-то быть не согласны, но это люди известные в стране, у которых есть так или иначе своя позиция, свой взгляд, в конечном счете нацеленный на интересы страны. Оксана Генриховна Дмитриева. Она сейчас работает в партии Роста в Заветном собрании Петербурга. Юрий Васильевич Крупнов, представитель партии Дела, присутствует. Покажитесь, пожалуйста, Юрий Васильевич. Так, кроме того, Стрелков Игорь Иванович, руководитель общероссийского национального движения. Покажитесь, пожалуйста, Игорь Иванович. Покажитесь, пожалуйста, людям, что вас увидели. Игорь Иванович. Ну, вас и так знают все. Кроме того, представители не партий, но важных общественных социальных движений. Фионова Людмила Кузьминична, сопредседатель комитета 100, комитет ученых. Есть, присутствует? Нет. Есть? Сулакшин Степан Степанович, генеральный директор Центра научно-политической мысли и идеологии. Рохлина Елена Львовна, координатор правозащитной группы да. Бывший заместитель председателя правительства Российской Федерации, который изгонял 4/4 века назад агентов ЦРУ из госского имущества, Поливанов Владимир Павлович. Человек, поменявший очень много в мозгах наших людей, автор книги «Почему Россия не Америка» Паршев Андрей Петрович. Есть? Есть. Еще не подошел. Нет, нет, был,
Есть где-то. Еще двоих человек я хотел бы вам представить. Четверть века назад, чуть больше, на съезде народных депутатов СССР, как вы знаете, было жесткое противостояние между, с одной стороны, межрегиональной депутатской группой, которая выступала за такую демократизацию и считала, что это главное, с другой стороны, группа «Союз», которая тогда уже видела угрозу разрушения страны. Тогда это были непримиримые противники. Сегодня здесь присутствует бывший руководитель группы «Союз», «Союз народных депутатов СССР» Блохин Юрий Витальевич. Должен был присутствовать Алкснис Виктор Имонтович, к сожалению, заболел, но он прислал приветствие нашему собранию и подчеркнул, что считает эту нашу работу важной и присоединяется к ней. Бочаров Михаил Александрович, один из неформальных лидеров межрегиональной депутатской группы. Я его не вижу, не смог подойти. Но если другого нет, я один из бывших членов межрегиональной депутатской группы. Особенно хотел бы приветствовать Надежду Михайловну Квачкову. И всех остальных, кого не перечислил, прошу извинения, важных, нам нужных участников этого мероприятия. Казаков забыли упомянуть. Казаки тоже присутствуют. Тоже есть. Уважаемые товарищи, значит, схема нашей работы. К сожалению, у нас не будет времени на длинные доклады. У нас подготовлен материал, предварительно более-менее согласованный рабочей группой. Мы бы хотели сделать так. Короткое приветствие представителя КПРФ, короткое приветствие представителя националистов и монархистов даже. И дальше, по возможности быстро пройти по основным пунктам, зафиксировать согласие или разногласие по этим основным пунктам. И насколько быстро мы сможем по ним пройти, еще тогда возможность для дополнений, предложений, коротких выступлений. Значит, логика работы простая. Принимается сторонами, не принимается, отвергает сторонами, или берется в работу. Три варианта. Новиков Дмитрий Георгиевич, заместитель председателя ЦК КПРФ. Это для записи. Да. Спасибо, Юрий Юрьевич. Уважаемые товарищи, друзья, коллеги, вчерашний день работы Московского экономического форума еще раз продемонстрировал, что он стал площадкой, на которой собираются представители разных экономических школ, разных экономических воззрений, разных политических взглядов. Но, тем не менее, всех, кто приходит сюда, объединяет понимание ситуации, острая тревога за судьбу страны, осознание того, что Российская Федерация находится в состоянии острейшего социально-экономического кризиса. Кризис этот имеет самые тяжелые перспективы для страны, если проводимый социально-экономический курс не менять. А большинство участников Московского экономического форума сходятся также и в том, что проводимая российским правительством политика не способствует преодолению накопившихся проблем, а это означает, что необходимо объединение тех сил, которые способны предложить собственную программу развития России, собственную модель будущего нашей страны, способны предложить те идеи, которые позволят выбраться из тупика. Что касается Коммунистической партии Российской Федерации, то как всякая политическая сила мы имеем свою политическую, социально-экономическую программу. В феврале прошлого года на Орловском экономическом форуме эта социально-экономическая программа была сформулирована в сжатом виде. Она стала основой предвыборной программы Компартии России, с которой мы шли на выборы в Государственную Думу в прошлом году. Называлась она «10 шагов к достойной жизни». В этой программе целый ряд принципиально важных положений. Например, мы считаем, что флагманские отрасли экономики в такой большой стране, как Россия, должны находиться в руках государства. Только так можно обеспечить преодоление кризисных явлений и решить многие задачи. Мы исходим из того, что стране нужна принципиально другая бюджетная и налоговая политика. Исходим из того, что должны быть зафиксированы определенные приоритеты, в соответствии с которыми не менее 7% от расходов каждого годового бюджета должно идти на нужды
образования, здравоохранения и науки, иначе не обеспечить модернизацию. Сегодня в 2-3 раза меньше на эти цели расходуется. Считаем, что эти же принципы бюджетной политики должны закрепить не менее чем 10% расходов на сельское хозяйство и ряд других позиций. Что касается налоговой системы, то есть совершенно очевидные вещи, с которыми, на наш взгляд, мало кто может спорить, кроме завзятых либералов. Это необходимость отказа от плоской шкалы подоходного налога, перехода к дифференцированной шкале подоходного налога. Это только часть наших предложений, которые, соответственно, изложены в наших программных документах. Впереди еще один тур политической борьбы, связанной с выборами президента Российской Федерации в марте следующего года. Это означает, что все субъекты российской политики должны сегодня определить свое место в этой борьбе. Что касается Компартии России, то наша позиция, курс на объединение народно-патриотических сил в ходе этой политической кампании был заявлен в декабре прошлого года, когда обращение к народно-патриотическим силам подписал лидер партии, председатель ЦК КПРФ Зюганов Геннадий Андреевич. В нем как раз заявлена готовность Компартии Российской Федерации участвовать в самом широком диалоге, формировать самый широкий круг тех сил, которые могли бы выдвинуть кандидатов в президенты и побороться за изменение существующего порядка вещей. Считаем, что при обсуждении кандидатуры на пост главы государства одномоментно должен обсуждаться состав правительства народного доверия, то есть все эти ключевые фигуры, которые могли бы участвовать в выработке новой политики и в перспективе в проведении этой новой социально-экономической политики в нашей стране. Спасибо за внимание. Спасибо. Савельев Андрей Николаевич, председатель партии «Великая Россия». У нас много говорится о примирении красных и белых и так далее. Это белые, но которые за свою страну, которые не готовы обращаться к иностранцам за помощью, к потенциальным интервентам 100 лет спустя революции. Не вредно об этом напомнить. Андрей Николаевич, пожалуйста. Я в данном случае представляю коалицию «Русский национальный фронт». Здесь многие присутствующие входят в эту коалицию, представляют соответствующие организации. Я представляю только одну из них. Мы, конечно, находимся на разных полюсах с КПРФ. Многие ценности и цели у нас кардинально и радикально различаются. Тем не менее, мы ищем какую-то общую платформу для будущего непартийного, надпартийного правительства и, может быть, и непартийного парламента, в котором будут представлены лучшие люди страны, а не представители партии. И эти люди будут там представлять народ, а не партийные структуры, не партийных лоббистов. Мы, русские националисты, выдвигали свою социально-экономическую платформу, и она была оглашена на последнем русском марше 4 ноября минувшего года. У нас есть опыт взаимодействия, в том числе и с левыми организациями, и в области правозащиты, и во многих других областях. Вот с Сергеем Васильевичем Сапко мы более 10 лет назад подписывали один очень занимательный документ, после которого в течение целого года шум шел от другого, от третьего полюса, против которого мы одновременно все выступаем. Вот со Степаном Сулакшиным мы недавно выступали на процессе, очередном процессе против Владимира Васильевича Клочкова. При всем различии взглядов, вот мы вместе выступили синхронно, я считаю, очень удачно, и добились того, что подложная экспертиза, которая была состряпана там негодяями, была отложена судом и назначена новая экспертиза. Поэтому мы видим возможность взаимодействия вокруг тех пунктов, которые считаем разумными, и умолчание пока до времени у тех пунктов, которые нас разделяют. И вот что касается предварительных предложений к дискуссии, то подавляющее их большинство нашу сторону абсолютно устраивает, и мы готовы лишь к некоторым доработкам и дополнениям. Спасибо. Спасибо. И последнее, что мы обязаны делать, прежде чем начнем предметную работу, я думаю, вы поддержите нас в таком ходе работы, несмотря на то, что мы обсуждаем только социально-экономические пункты сейчас, а все прочее, государственное устройство, культуру, далее, будем обсуждать на другом мероприятии, которое спланируем. Тем не менее, сейчас мы должны помнить о наших товарищах, которые без вины
томятся в застенках, поэтому, Елена Львовна, если вас не затруднит, микрофон, обязательно микрофон сюда, будьте добры. Для стенограммы. Да. Друзья. Нет, он не усиливает. Это для записи. Вы знаете, можно очень много говорить об экономике, но это ничто без духа и братства. А дух и братство мы не демонстрируем. И вот пока у нас выдергивает, как из стада, по одному людей, и остальные разбегаются, вот тогда никто нас не будет воспринимать ни как политическую силу, ни как народную силу. Все-таки надо уже начать заступаться за политзаключенных, за Владимира Васильевича Клочкова, за Юрия Игнатьевича Мухина, за Кирилла Барабаша. Много кто сидит. И таким образом мы не только поможем себе, нашим соратникам, таким образом мы продемонстрируем и консолидацию, и силу, и настоящее уважение будет в отношении тех людей, которые вступаются за других людей. Так что спасибо вам большое. Я все-таки жду, что каждый присутствующий начнет работать в этом направлении. Спасибо. А как вас написать? Уважаемые товарищи, значит, жанр работы нашей для нас новый. Жанр будет отрабатываться прямо по ходу сейчас. Значит, предварительно согласованное предложение мы разбили на несколько частей и договорились, что мы по очереди модераторы будем вести эти части. Начнем с первой. Значит, я буду сейчас вместе с вами отрабатывать технологию нашей работы. Значит, еще раз, я зачитываю пункт. Мы получаем согласие или несогласие сторон. Согласны, не согласны, нужно подумать, берем в проработку. Три варианта. Если есть какие-то, в чем того, что объем большой, просьба, если есть какие-то только очень радикальные предложения, возражения, тогда просить слово. Если возражения, предложения технического характера, то просьба их формулировать и потом нам передать. Мы скажем, куда в постоянном действии совещания национальных теоретических сил. Договорились о такой работе? На части мы разбили не по принципу стандартного деления социальная политика, экономическая, культурная и так далее. Разбили немножко иначе, как складывалось. Поэтому мы сейчас это зачитаем. Это не есть окончательная программа будущего правительства народного доверия. Это просто то, что технологично нам было удобно сейчас принять за основу для работы. Начинаем. Значит, первое. Рынок сбыта, финансы и налоги. Вместо нынешней политики продолжения сдачи внутреннего рынка сбыта транснациональным корпорациям, не заинтересованным в нашем промышленно-технологическом развитии, и вместо временных антисанкционных, в кавычках, мер, которые действуют сейчас, но когда инвесторы не знают, какие перспективы на 5 лет, на 10 лет и так далее, мы предлагаем полноценная защита внутреннего рынка и своего производителя. Для этого решительный разрыв с ВТО. Стратегическое планирование, введение долгосрочных, утверждаемых законами, 15-20-летних программ защиты внутреннего рынка по основным приоритетным отраслям экономики. Это станкостроение, авиа, судостроение, микроэлектроника, биотехнологии, сельское хозяйство и так далее. Не перечисляем все, это в рабочем порядке уже дорабатывается. С поэтапным затем снижением уровня протекции по мере развития своего производителя. То есть все должны знать перспективу на длительный срок. И, разумеется, госконтроль рентабельности в защищаемых отраслях. На протекции никому нельзя дать паразитировать. Используйте масштабную протекцию, будьте добры открыться госконтролю и регулированию рентабельности. Согласны? Ну, я сразу хочу не только высказать согласие с этими пунктами, этими подходами, но и заявить о том, что по этим позициям фракция Коммунистической партии Российской Федерации в Государственной Думе ведет постоянную систематическую работу. Мы выступали против вступления в ВТО, мы сейчас на круглых столах, парламентских слушаниях и в своей другой деятельности показываем, каким последствиям привело это вступление и
доказываем необходимость выхода страны из этой организации. Что касается стратегического планирования, то один из результатов деятельности прошлого созыва Государственной Думы состоит в том, что под нажимом общественных настроений, под нажимом нашей фракции, Госдума проголосовала за 2 закона о стратегическом планировании и о промышленной политике. Но здесь есть определенные проблемы. Во-первых, конечно, законы все-таки приняты в таком куцем виде, а во-вторых, и это принципиальный момент, правительство не спешит выполнять эти документы, не принимаются соответствующие нормативные подзаконные акты. Это, конечно, мешает тому, чтобы в стране заработало и стратегическое планирование, и нормальная промышленная политика. Но здесь, конечно, предстоит еще очень многое сделать, поэтому, вне всякого сомнения, это те позиции, без которых страна не может развиваться, не может идти вперед. И мы за то, чтобы это взять в состав программного документа. Но у меня еще по ведению одно из предложений. Здесь все-таки наверняка есть желающие высказаться. Давайте мы определим какой-то временной такой отрезок, когда через мы дадим возможность давать слово. Да. Юрий Ильич, может, мы прочитаем весь пункт первый? Потом дополнение послушаем. Чтобы было плотнее. Да. Согласна, я зачитаю весь раздел, потом по нему согласие, несогласие и короткие выступления. Юрий Юрьевич, не всем роздано. Есть по порядку ведения, да, я прошу слово на 1,5 минуты. Ну, на 1,5 минуты даем? Даем? По порядку ведения, да, правильно, потому что здесь что-то непонятно. Это для записи. Разрешите вас приветствовать не только от имени Центра научной и политической мысли и идеологии, но и от партии «Новый тип», который рождается и устраивается. Случилось, к сожалению, недопонимание. Меня пригласили сюда, чтобы сделать на тему круглого стола содержательное выступление. Оно подготовлено, но, как выяснилось, приглашали, видимо, по каким-то другим соображениям. Поэтому, друзья, вопрос об объединении невероятно важен, серьезен и первичен. И это вопрос, который включает в себя теоретическую проблему и вызов, актуальную политическую проблему и вызов, прогнозную и проектную часть. Сейчас предлагается голосовать так, мозговые штурмы не делаются. Поскольку мне Юрий Юрьевич выделил всего 1,5 минуты, то я их использую для того, чтобы вы увидели, что на самом деле сейчас первично и что надо обсуждать. Обсуждать надо принципиальные направления объединения. И первая позиция, вот эта, без нее дальше двигаться некуда. Почему она такова? А потому что есть глубокие, серьезные теоретические и эмпирические обоснования того, что страну правящий режим ведет к краху. И впереди революция, к которой этот режим страну ведет. Этот режим безнадежен и нереформируем. Отсюда вытекают очень важные вызовы. Вызовы, на какой теоретической базе проводить не только объединение, а проектировать будущую Россию. Вот Юрий Юрьевич меня уже просит удалиться, поэтому посмотрите, что я приготовил, что стоило бы обсуждать, и относительно предложенных на сегодня материалов, которые были разосланы и обсуждались, хочу сказать следующее. Есть 3 пути. Первая модель объединения, модель Кота Леопольда, бессмысленная и безнадежная. Вторая модель цветной капусты, которая сейчас активно развивается, в том числе на митингах. И третья модель объединения вокруг большого состоятельного профессионального проекта. Вот материалы, которые предложены сегодня обсуждать. Вот материалы, которые мы выдвигаем как основание для большого объединительного проекта переустроения страны. Этот доклад в полном объеме, с обсуждением, с обратной связью в виде прямого эфира в среду в 20:00 на канале YouTube в режиме прямой трансляции, канал Сулакшина. Милости прошу, 20:00 вечера на Ютубе, в среду, в прямом эфире, вот этот серьезный разговор. Спасибо. Уважаемые товарищи, мы договорились, что мы
зачитываем раздел. Если у сторон есть сразу замечание, то можно сразу. Если у сторон нет, то после зачитывания раздела обсуждаем. Правильно? С учетом того, что нам выделили очень жесткий регламент, на все полтора часа остался практически час. Только то, что жизненно важно. Техническое не рассматриваем. Итак, в этом разделе второй пункт. Вместо нынешней бездумной... Просьба. Очень тяжело. Вместо нынешней бездумной распродажи невозобновляемых природных ресурсов использование добычи, транспортировки и переработки природных ресурсов как гарантированного источника заказов и инвестиций отечественному машиностроению, в том числе двойного назначения. Речь о том, что если мы что-то делаем, как вчера предлагалось, Транссибирскую магистраль, то не Камацу и Катерпиллеры там должны работать, а там должно работать свое машиностроение. Иначе все это коту под хвост. В том числе и все наше недропользование. Следующий пункт. Центральный банк. Не учреждение с особым статусом, потакающее финансовым спекуляциям и выводу наших ресурсов за рубеж. С нынешним произвольным использованием полномочий госресурсов, никак не отвечающее ни за развитие экономики, ни за устойчивость национальной денежной единицы. Мы предлагаем Центральный банк, орган государственной власти в интересах национального экономического развития, подконтрольный и подотчетный обществу и парламенту, с ясным целеполаганием на обеспечение развития реального производства, чего сейчас задачи Центрального банка нет, с наказуемым и мотивируемым на развитие реального сектора экономики и пресечение финансовых спекуляций руководством, причем руководством формируемым с представителей реального сектора экономики. Обращаю ваше внимание, параллельно здесь сейчас работает конференция по работе Центрального банка, ее ведет представитель реального сектора экономики, руководитель Кировского завода в Петербурге. Это правильный подход. Следующий пункт. Денежная эмиссия. Не щедрый подарок ростовщикам, финансовым спекулянтам, но в обеспечении расширенного производства и выполнения оборотных средств предприятий реального сектора экономики. Помните фильм «Республика Шкит»? Помните, там был мальчик в рубашечке в горошек, который всем давал сначала кусочек, а потом брал вдвойне? Так вот, у нас ситуация хуже. У нас Центральный банк изначально хлеб дает только этому мальчику в горошек. Следующий вопрос. Курс рубля к иностранным валютам в целях пресечения невосполняемого ввозом товаров, вывоза из страны ресурсов и несправедливого товарообмена с зарубежными государствами, не нынешний псевдорыночный, искусственно занижаемый в интересах сырьевых экспортеров и их сверхприбыли курс, но курс по паритету покупательной способности. И каким образом это достигается? Прямой законодательный запрет для Центрального банка покупать валюту по цене выше, чем паритет покупательной способности. Если Центральный банк перестанет это делать, то курс естественно установит паритет покупательной способности. Следующий пункт. Валютные и иные резервы. Это важный пункт, кстати, в программе КПРФ. Немасштабное финансирование нашими ресурсами, ну, уже наша формировка, американского военно-промышленного комплекса, но обоснованный минимум, необходимый для устойчивости рубля, диверсификации вложений, а остальное – ускоренное промышленное развитие. Отказ от бюджетного правила как инструмента изъятия ресурсов национальной экономики. Если не ошибаюсь, и в вашей программе такой пункт был, я имею в виду отказ от бюджетного правила. Но вы скажете, если будут возражения, да? Мы, собственно говоря, Да. Банковская система – не нынешний инструмент выкачивания ресурсов из реального сектора экономики и их увода за рубеж. Но банковская система – инфраструктура реального сектора экономики с нормируемой рентабельностью, гарантированием проведения платежей и сохранности оборотных средств предприятий. Вы знаете, важнейшая проблема – депозиты застрахованы, а оборотные средства регулярно пропадают. При всякой попытке саботажа вплоть до национализации банковской системы. То есть это один из ключевых вопросов. Налоговые и таможенные системы, приняты к производству. Не нынешний душитель высокотехнологичного производства, прежде всего через механизм НДС. Чем более высокотехнологичное производство, тем сложнее вам решать вопрос НДС. Но инструмент стимулирования развития собственного реального сектора экономики и ограничения финансово-спекулятивных операций. Снижение налогов на производство, прежде всего с высокой добавленной стоимостью, за счет более полного изъятия природной ренты и налогообложения финансовых, финансово-спекулятивных операций. Следующее. Подоходное налогообложение.
с учетом отчислений в социальные фонды, не регрессивная, как фактически сейчас, позволяющая в совокупности высокодоходным группам платить меньший процент, чем средняя и малодоходным группам, но прогрессивная, изымающая сверхдоходы на общую пользу. Последний пункт в этом разделе. Приоритет трудовых доходов над доходами на капитал. Налогообложение на доходы от труда должно быть ниже в процентах, чем налогообложение на капитал. Значит, Дмитрий Георгиевич, вам слово. Ну, мы договорились по каждому разделу подводить итоги. Здесь нет ни одной позиции, против которой возражала бы Коммунистическая партия Российской Федерации. И если мы в силе также нашей договоренности, что завершение каждого раздела предполагает некоторое количество выступлений, то у нас вот есть, в частности, Вячеслав Николаевич Чистюкин, который представляет нашу фракцию партии, он или сейчас, или попозже готов выступить. По этому разделу мы за по всем позициям. Спасибо. Андрей Николаевич. Тоже нет никаких возражений, предлагаю аудитории, участникам мероприятия поддержать. Есть небольшие дополнения по банковской системе. Национализация банковской системы, ликвидация судного процента, деньги не товар, сохранение в частном владении лишь инвестиционных банков и сберегательных касс. И по приоритету трудовых доходов. Самые низкие налоги на труд, затем на производственную деятельность, затем на торговую, затем на финансовую. Нулевые налоги на госпособия, стипендии и пенсии. Вот такие короткие дополнения. Спасибо. Значит, если не возражаете, то вам сжатого временного ресурса нашего, мы сейчас не обсуждаем эти нюансы, все нюансы в разработку. Было два замечания. Валентин Петрович, только очень коротко. Я предлагаю сделать несколько более наступательным вот этот раздел, такой как не защита внутреннего рынка, а развитие внутреннего рынка с обязательным квотированием, квотированными защитными мерами, то есть нужно все ввозить. Но как и положено в том числе в ВТО, определенные квоты, там 5-10%, а все остальное просто нельзя ввозить. Потом развивайте. То есть с квотированием, а не с налоговыми мерами, как взять побольше, то есть увеличить налог и так далее. Такой же подход и денежная эмиссия и так далее. То есть не просто пожелание, а квотирование, вот просто законом квотирование ставок. При выдаче кредитов максимум 3-4% от ставки ЦБ, при получении денежных средств кредитной организации минус 2-3%. И никаких 900%, как Центральный банк утверждает для микрофинансовых организаций. Спасибо. Мы не можем быть безграмотными. Сейчас, одну минуточку. Я имею замечание. Значит, уважаемый товарищ, просьба еще раз. Значит, несущественные, не радикальные корректировки в рабочем порядке, радикальные возражения высказывают сейчас. Александр Генрих, мы попросили. Чтобы вас видели. Да, хорошо. Уважаемые коллеги, вот вы вчера хорошо сказали по поводу того, что когда мы в лесу, и один любит оперу, а другой любит балет, они не должны по этому спорить. Но вопрос о том, когда они выйдут из леса, что они будут делать. Потому что если тот, кто любит балет и знает, как его ставить, начнет ставить оперу, а тот, кто любит оперу и знает, как это делать, начнет ставить балет, то все противоречия, которые они забыли на момент выхода из леса, значит, снова возобновятся. Поэтому черт вообще всегда в детали. И поэтому, когда мы договариваемся о каких-то глобальных целях, надо все-таки хоть что-то представлять по поводу механизма. Потому что глобальные цели могут быть абсолютно едины, абсолютно правильные, а предлагаемый механизм может потом привести к прямо противоположному. Поэтому несколько вот замечаний, хотя в целом по посылу, по конечным целям я безусловно согласна. По поводу Центрального банка. Закон по Центральному банку был принят в 95-м году, вы с вами прекрасно это знаете. Этот же закон действовал, когда председателем Центрального банка был Геращенко, и они с Примаковым на основе этого закона выводили страну из кризиса, и, собственно говоря, сейчас. Да, там есть целый ряд позиций, которые надо поменять, но все наши проблемы,
связанные с Центральным банком, не из-за того, что он не подконтролен и не подотчетен обществу и парламенту. У нас Минфин вроде как часть государственной системы и вроде по формально по закону подотчетен парламенту, но от этого всем нам с вами не легче. Самое главное — это политика. Политика Центрального банка, которую он проводит, параметры, которые он реально контролирует, и, собственно говоря, состав Центрального банка. Потому что, как говорил Геращенко, я это мне хорошо запомнила, когда обсуждался закон, что специфика финансовой деятельности, денежно-кредитной, особенно Центрального банка, такова, что очень многое на совести и профессионализма самого председателя. Поэтому мы определяем политику Центрального банка, когда мы выбираем председателя. Второй момент, не могу не сказать. Значит, по поводу эмиссии. Ну, вчера я в докладе пыталась это показать. Глубокое заблуждение, что основные деньги, которые получает банковская система, приходят от Центрального банка, от денежной эмиссии. Это не меньше 10% средств, которые получает банковская система. И по самой дорогой ставке. Все остальное, дешевые деньги, из 50 триллионов привлеченных средств, от 5 до 3 триллионов это ЦБ. Поэтому, а все остальное это дешевые деньги населения, дешевые деньги предприятий. Поэтому на самом деле нужно вот уже от этого клише отойти, а больше заниматься и лезть внутри, что делает Центральный банк вот по регулированию маржи. И самое последнее, по поводу труда и налогообложения. Самая низкая ставка по налогообложению вплоть до нулевой должна быть на создание рабочих мест. Это и тоже является приращением капитала. Большой вопрос, как приращивается капитал? То ли в виртуальной экономике, в спекулятивные сделки, то ли в создании рабочих мест. Поэтому самая низкая ставка, вплоть до нулевой, это создание рабочих мест в обложение, а потом как бы обложение доходов и труда, а потом уже все остальное. Спасибо, Оксана Генриховна. Значит, хочу обратить внимание, сейчас, минуточку. Значит, по Центральному банку я специально обратился к сторонам. Вы правы. Если в самой несовершенной государственной системе на все посты нам удастся поставить откуда-то взявшихся идеальных людей, то и систему совершенствовать не надо. Но, к сожалению, мы не должны рассчитывать на случайно оказавшихся где-то идеальных людей. Вот мы избрали и все. Поэтому наша позиция по Центральному банку, я спросил у стороны, жесткая и однозначная. Оксана Генриховна здесь, хоть она является представителем партии, но эта партия не входит в будущую нашу коалицию. Мы ее пригласили как личность, известную как личность, и, разумеется, независимо от всех политических разногласий, будущее правительство Народного доверия должно будет обращаться к личностям, в том числе из разных политических сил, потому что с рядом замечаний невозможно не согласиться. Пожалуйста, ваши замечания. Только очень коротко, у нас очень сжато время. Обернитесь к аудитории, пожалуйста. Представляйтесь. Василий Хлеб Николаевич, значит, мы не можем говорить о что-либо о Центробанке, который работает по закону 1986, как часть, наш Центральный банк – это часть Международной валютной системы, МВФ. Поэтому ни, вот мы пишем, разрыв с ВТО, ни какие-то действия банка без разрыва с МВФ и без корректировки закона невозможно. Да, уважаемые товарищи, было очень важное замечание, что то, что здесь предлагается, разумеется, потребует либо разрыва, либо пересмотра радикального отношения с МВФ и целого ряда тех обязательств, которые на нас возложены, но которые не являются для нас священной религией. Все, что нужно будет делаться, разумеется, в этой части будет делаться. Есть ли еще какие-то принципиально важные замечания и возражения? Пожалуйста, только выходите сюда. Очень коротко. Терминология. Коротко и только принципиально важно. Слово «рынок» убрать, к чертовой матери. И та, и другая сторона употребляли слово «рынок» и «рыночные отношения». Молодец. Так вот, по этому поводу. Постановление Совета министров СССР и ЦК КПСС от 4.10.65 года. Вновь введена частная собственность, цель – прибыль с нарастанием,
и если перед этим был период, когда рентабельность достигала 146%, то сразу после этой революционной ставки рентабельность стала 17,9%. В будущем, в прошлом году мы достигли минуса 5%. В чем дело? Первым докладчиком вчера была названа фамилия Гелбрейта. Так вот, отец этого Гелбрейта, лауреат Нобелевской премии по экономике, заявил: если рядом с вами окажется человек, заявляющий о необходимости свободного рынка, знайте, что это клинический случай, требующий немедленного излечения, особенно если к этому добавить тот факт, что в экономической литературе вообще нет определения рынка. Прочитайте все словари, какие есть. Я прочитал 168 определений. Если можно, коротко предложение. Предложение. Главное, не те детали, не банк и остальные частички, чуть-чуть ликвидирующие старое, новое, но не меняющие основу. Рынок, капиталистические отношения, смена не каких-то деталей, смена общественно-политической системы, которая пришла к нам и уничтожила нас. У нас не было рынка, теперь он стал. И что мы получили? Спасибо. Значит, пожалуйста, Поливанов Владимир Павлович. Принимать или не принимать эту программу, на мой взгляд, дело пятое. Ее все равно никто читать не будет. Здесь собрались представители партий, фронтов и так далее. Есть, на мой взгляд, два главных дела, которые, по сути, заставят партии и фронта уважать, и которая реальна. Сейчас главная сила – это интернет. Поэтому задача номер один – собрать 1 000 000 подписей за освобождение политзаключенных, найти адвоката, который бы регулярно боролся за их права. Задача номер два – на основе результатов счетной палаты добиться освобождения совершенно чуждого человека по нанотехнологиям, поскольку знаете, кого Чубайс, и нанотехнологии – это вещи несовместимые. То есть, если 1 000 000 интернет-подписей, 1 000 000 таких подписей, это то дело, которое объединит всех здесь присутствующих. Экономика, можно говорить, когда будет власть. Пока нет власти, об экономике говорить да, бесполезно. Правильно. Уважаемый Владимир Павлович, как бывший заместитель представителя правительства, вы знаете, что такое дисциплина? Знаю. Поэтому, значит, несмотря на всю верность всех абсолютно верных тезисов, потому что сначала взять власть, и еще десяток таких тезисов сейчас накидаем, мы должны быть дисциплинированы. Мы договорились обсуждать сейчас это, и прошу до окончания обсуждения этого не выходить за рамки того обсуждения, которое мы сейчас здесь проводим. Все прочие обсуждения мы соберем на других площадках, не подставляя МГУ, в стенах которых мы сейчас работаем. Сейчас мы обсуждаем только эту программу. Ленин Григорьевич, ну, вы просили слово, пожалуйста, но только просьба точно по теме. Ну, тогда, наверное, слова не будет. Да, потому что тема неинтересна. Главный вопрос в том, останется через несколько лет России или ее не будет. Да нет. И поэтому главный вопрос – это власти и собственность. А то, что мы делаем, мне уже очевидно. Мы уже ходили в 2012 году, вот, народного кандидата там пытались и так далее. Это чтобы в очередной раз Геннадий Андреевич сходил на президентские выборы и потом протестовали против концессорки голоса. Спасибо. Спасибо. Мы с огромным уважением к вам относимся, но внимание, даже самые уважательные люди не собьют нас с того пути обсуждения, который мы для себя сейчас говорим. Все, даже самые уважаемые, внимание, но кто будет делать, внимание, кто делает. Сейчас мы будем называть в том числе пункты, касающиеся собственности. Мы всех уважаем, но все, кому это обсуждение не интересно, мы просим. Пожалуйста, никого не держим. Это принцип объединения. Значит, еще раз, здесь есть две стороны объединения. Мы договорились обсуждать так, и прошу не сбивать обсуждение. Вы ведете второй раздел. Интересно. Уважаемые коллеги, как раз я отвечу на тот вопрос, который сегодня прозвучал со стороны Ленина Григорьевича. Мы говорим о собственности. Дело в том, что вопрос это действительно один из основных.
И вот в втором разделе как раз и будет сейчас обсуждаться вопрос о собственности. Если кому-то интересно, пожалуйста, послушайте. Итак, второй раздел. Строим не паразитическую, но социальную экономику. Зарабатывать, а не присваивать общее. Вместо нынешнего продолжения необоснованной приватизации, то есть разбазаривания доставшегося от предков, полное изъятие природной ренты, доход государства и национальный контроль за стратегическими активами, включая взятие под полный государственный контроль природно-ресурсного комплекса, взятие под полный государственный контроль нефти и газа сервисных компаний, аналогичных полному контролю, как это в Китайской Народной Республике, за сферой геофизических исследований, основы стратегической безопасности недропользования и расторжение притворных сделок, включая кредитно-залоговые аукционы. Я думаю, не надо пояснять, что это такое, да? Не знаю. Второе. Естественные монополии, газ, электричество, ЖКХ, не нынешний сверхприбыльный бизнес, но регулируемая государством, жестко нормируемая рентабельностью и уровнем оплаты труда руководителей, инфраструктура, жизнеобеспечение и развитие реиндустриализации страны. Отказ от налогового маневра, как переноса тяжести налогообложения природно-ресурсного комплекса с экспортно-таможенной пошлины на налог на добычу полезных ископаемых. Вместо этого планомерное повышение экспортной пошлины в целях изъятия природной ренты и ограничения экспорта непереработанного сырья, стимулирование максимальной переработки сырья на территории Российской Федерации. Мы уже давно стали сырьевой базой, поэтому такой пункт мы предлагаем. Управление госсобственностью. Не нынешняя система паразитических управляющих прокладок типа Роснефтегаза, который собирает деньги и потом их, так сказать, по своему усмотрению переправляет туда, куда нужно, а позволяющих не доводить бюджет прибыль от госсобственности, но прямое управление госсобственностью правительством, как и положено по Конституции. Следующий пункт. Уважаемые товарищи, просьба, очень тяжело. Управляющие госсобственностью и предприятиями с контрольным пакетом акций у государства, не нынешние топ-менеджеры, освоящие сотни и тысячи раз больше средней по стране зарплаты, но приравненные к государственным должностным лицам со всеми ограничениями и государственной зарплатой и в пределах зарплаты министра. Запрет золотых парашютов и иных необоснованных выплат по прекращению полномочий. Но вы знаете, что в Норникеле генеральному директору по выходу выплатили всего-навсего 100 миллионов долларов за то, что он покинул свой пост после расторжения с ним договора. Один из важных пунктов, мы считаем, который нужно тоже рассмотреть. Здоровое питание и качество продукта – основа здоровья нации. Не нынешние потворствование только приближенным к власти хозяевам агрохолдингов, но стимулирование всего производства качественных сельхозпродуктов и продуктов питания, гарантированного сбыта, в том числе закупки продукции сельхозпроизводства государством по фиксированным ценам с регулируемой рентабельностью производства всей сельхозпродукции по долгосрочным программам развития сельского хозяйства. Следующий пункт. Не потворствование фальсификации продуктов питания, но возврат к системе ГОСТов на продукты питания, аналогично действующих в Беларуси. Но то, что с продуктами питания делается, по-моему, всем известно. Нас просто травят в полном смысле слова. Жесткая уголовная ответственность за фальсификацию продуктов питания, включая добавление продукты животноводства, пальмового масла и так далее, а также за фальсификацию лекарственных средств. Вообще, в некоторых странах за фальсификацию лекарственных средств просто, так сказать, отстреливают, да. Поэтому у нас такое количество фальсификаторов, что нужно, наверное, наводить порядок. Очистим государство от паразитов. Это следующий пункт. Исключение любых паразитических прокладок
социально-экономических системах, в том числе частных страховых компаниях в системе здравоохранения, так называемой ныне ОМС, обязательного медицинского страхования. Прямое государственное финансирование здравоохранения без излишних искусственных внедряемых коммерческих посредников. Следующее. Вот как раз том, что нашумело. Проблема системы Платон и тому подобное. Полный и безусловный запрет на частные услуги в сборе налогов и налогооблагаемых обязательных сборов с граждан и юридических лиц, в том числе система Платон, сбор и любое обеспечение сбора налогов исключительно органами государственной власти и местного самоуправления. Следующий пункт. Полный и безусловный запрет, в том числе на конституционном уровне, на принуждение граждан и юридических лиц к вступлению для реализации своих прав в какие-либо отношения с субъектами иными, нежели органами государственной власти и местного самоуправления, в том числе с частными банковскими страховыми компаниями, частными управляющими компаниями в сфере ЖКХ, частными нотариусами, частными землестроителями, организациями и так далее. Везде, где устанавливаются государственные принуждения, обязательно доступная альтернатива в лице органа власти или государственного, не подлежащего приватизации некоммерческого предприятия. Следующий пункт. Жесткое пресечение ростовщичества как закабаление, законодательный запрет на фактические мошеннические и кабальные схемы кредитования с грабительскими процентами, в том числе нашумевшими микрофинансовыми организациями, которые государство само же в принципе посеяло, установление в законе критериев подобных кабальных сделок, финансовая амнистия для жертв кабальных договоров и уголовное преследование лиц, склонивших граждан к кабальным кредитным соглашениям. Вот с нашей стороны мы предложим вообще сделать амнистию по всем ипотечным кредитам, которые в принципе люди взяли, а это имеется в виду и валютные ипотечные кредиты, потому что государство, в общем-то, не обеспечило безопасность того, что они, так сказать, попали в такую ситуацию, и те ипотечные кредиты, которые под грабительский процент были. Следующий пункт. Помогать всем миром, тем, у кого не жидкие щи, но тем, щи жидкие, но тем, у кого жемчуг. Наоборот, не тем. Да, у кого щи жидкие. Тем, у кого щи жидкие. Да, ну вот видите как. Еще раз. Помогать всем миром, тем, у кого щи жидкие, но не тем, у кого жемчуг мелковатый. Вот, короче, льготы как защита пострадавших, но не право на паразитирование роскоши. Любые налоговые и иные льготы физическим лицам, пострадавшим от зарубежных санкций и так далее, а также в связи с награждением госнаградами исключительно на объекты, жилье, личный транспорт и тому подобное, в пределах двойного разумного социального минимума, а также на доходы в пределах двойного среднего по соответствующему региону. Следующий пункт. Применительно к юридическим лицам. Антисанкционные льготы. Только при полном запрете на коммерческую тайну, публичном раскрытии всех отчетностей и работе в льготный период, как некоммерческие бесприбыльные предприятия, с оплатой труда руководителей в пределах зарплат должностных лиц органов государственной власти. Весь подраздел закончен. Спасибо, Владимир Иванович. Ну, вы понимаете, что из микрофона трудно, тяжело. Значит, просил слово Блохин Юрий Витальевич, пожалуйста. Пока он идет... Дмитрий Георгиевич, есть фундаментальные возражения? Со стороны КПРФ фундаментальных возражений нет. Андрей Николаевич, фундаментальные возражения? Со стороны национально ориентированных сил, националистов, возражений нет. Владимир Юрьевич, пожалуйста. Громче. Коллеги, я слушаю, и, честно сказать, все предложения рациональны, по большому счету. Но я бы поддержал в какой-то степени Сулакшина, потому что все-таки должна быть связь общего и частного, общая теория и практики. Потому что многие предложения хорошие, звучат не первый год и остаются без всякой поддержки. Как же? Поэтому стратегическое планирование,
давайте вернемся к тому, что в советское время было. Комплексная программа научно-технического прогресса на 20-30 лет. Потом идет 15 лет схема развития и размещения производительных сил СССР, Байбаков, вспомните фамилию. Потом идут основные направления социально-экономического развития на 10 лет, потом пятилетка и годовые планы. Система, от этой системы мы говорим о науке. Мы науку разрушаем, а в этой системе она работала. Фундаментальные исследования были и говорили о том, что можно было в практику внедриться в дальнейшем. И это шло в генсхеме уже в отраслевых институтах, которых сейчас практически тоже нет. Понимаете, разрушено. Поэтому я считаю так, надо подойти к решению наших всех вопросов системно. Прежде всего, начнем с головы, с управления. И правильно говорят, что надо менять управление в стране. Спасибо. Значит, два коротких замечания и пояснения. Дальше передам слово Владимиру Ивановичу. Обращаю внимание, это мероприятие посвящено только социально-экономическим аспектам и не всему, что мы думаем. А мы впервые пытаемся найти единство между силами, которые всегда друг другу ранее противостояли. Владимир Иванович. Уважаемые коллеги, вот очень было трудно подготовить вот те предложения, которые мы сегодня обсуждаем. Вы представляете себе, что мы действительно, ну, некие идеологические соперники. Чтобы найти точки соприкосновения, надо было работать и работать. Но вот здесь сказано о том, что нет механизма. Механизм отработан. Он у нас несколько проектов есть. Мы десятки провели научно-практических конференций. Мы можем предложить, но для этого нужно опять очень четко отрабатывать нам дальнейший механизм. Это тезисный вариант, который мы вам предлагаем, который дает впервые, я еще раз говорю, мы приняли решение о том, что мы в этих точках сходимся. Мы можем сказать, что здесь у нас нет разногласий. Поэтому, пожалуйста, послушайте. Тому, кому интересно, можете высказаться. Ну, кому действительно интересно, то лучше тогда уж здесь не присутствовать. Не надо выгонять людей. Спасибо. Мы не выгоняем, мы просто неинтересно. Крупнов Юрий Васильевич, представитель, член ЦК, да, так называется, Федерального Совета. Член Федерального Совета партии «Дело». Пожалуйста, только очень коротко и жадно. Но переименуем в ЦК, если нужно. Да. Значит, уважаемые коллеги, безусловно, 80-85% пунктов, которые здесь озвучены, в этой серьезной, действительно большой работе нам представляемой, полностью совпадает с позицией партии «Дело» и, в частности, с теми принципами стратегии экономического развития страны до 2025 года, которые вот в рамках Совета по промышленному развитию ТПП во главе с Бабкиным Константином Анатольевичем уже, по сути, предъявлена, так сказать, на широкую основу. Второй момент. Я напомню, что как раз ВТО, с которого начинали, как раз и партия «Дело» была инициатором, и лично Константин Анатольевич Бабкин. И я буквально три пункта, очень кратко, три слова добавлю в то, что уже было озвучено, как нашу позицию. Первый пункт – это то, что, конечно, нужно действительно четко заявлять о справедливом общественном строе. Потому что если мы не поменяем принципы базового общежития, то дальше техника все погрузится. Второе – форсированная новая индустриализация, как принципиальный пункт, это ничему не противоречит, ее надо акцентировать. И третий момент – это, конечно, вопрос, связанный со статусом России как мировой державы. Потому что надо отдавать отчет, что мы уже в состоянии страны третьего-четвертого мира, надо отсюда рвать в 3-4 раза, увеличить благосостояние. И последний момент. В этом плане работа начата очень серьезная. Я вижу, что это начало создания платформы развития страны единой платформы. Мы в предвыборном годе, не надо забывать. Поэтому партия «Дело» предлагает в конце мая собрать всероссийское совещание на базе партии «Дело» по созданию такой единой платформы развития страны. Спасибо, Юрий Васильевич. И теперь прошу внимания, чтобы было вот ясное понимание. Уважаемые товарищи, понимаете ли вы, какая партия сегодня по масштабам, возможностям и ресурсам несопоставима со всеми остальными? Осознаете? Я имею в виду из оппозиционных. Поэтому, конечно, партия «Дело» замечательна, и другие партии замечательно. Но «Дело» имеете в виду, Юрий Юрьевич? Нет. Но я хотел бы сейчас обратить внимание на то, что мы сейчас не спорим, не предъявляем никому претензий, но
Мы договорились не на основе какой-то одной партии, а найти единство между разными партиями. Спасибо. Очень быстро следуем по третьему пункту, потому что времени мало. И если мы начнем заниматься теорией, то будем заниматься до утра и, может быть, до президентских выборов. Нам нужна общая платформа, пусть она кого-то не устраивает, мы ее будем дальше дорабатывать, впереди предвыборный год. Третий раздел. Хозяева и наследники страны, они гастарбайтеры. Вместо нынешней, да, и добавлю, или рабы олигархии. Не гастарбайтеры, а рабы олигархии, то есть социальная часть. Вместо внешней плановой замены населения на бесправную иностранную рабочую силу в интересах сверхприбыли частного бизнеса, регулирование и ограничение трудовой миграции в интересах общества, обеспечение прежде всего полной занятости населения. Сразу буду наши поправки, предложения, дополнения, которые тоже могут быть потом переработаны. Вот дополнение. Проверка всех актов принятия в гражданство выходцев из азиатских и кавказских республик за последние 15 лет и отмена их в случае необоснованных решений. Депортация всех не имеющих официального места жительства и работы гастарбайтеров. Расследование деятельности правительственных чиновников и других организаторов, замещающей миграции. Дальше по тексту. Вместо нынешних нищенских зарплат запрет на оплату труда ниже прожиточного минимума. Дополнение. Обеспечение жизненного минимума нетрудоспособной части населения за счет стипендий, пособий и пенсий. Следующий пункт. Обеспечение свободы трудовой миграции по территории страны, включение в региональный прожиточный минимум стоимости съема минимального жилья, плюс исключение расходов на съем жилья из налогооблагаемой базы. Дополнение. Предоставление постоянного места жительства внутренним мигрантам только по решению муниципальных властей. Запрет недавним мигрантам вести финансовую и торговую деятельность, а также избираться в местные органы власти в течение 10 лет. Следующий пункт. Вместо нынешнего совместного освоения наших территорий с претендующими на них соседями, Южные Курилы, территория опережающего развития и тому подобное, полноценное самостоятельное развитие всех территорий страны с привлечением при необходимости граждан и компаний исключительно тех государств, с которыми нет по соответствующей территории споров. Следующий пункт. Непровозглашенная Набиуллиной в бытность министром и фактически реализуемая ныне мегаполизация страны, но максимальное содействие равномерному распределению производства и расселению граждан по всей территории страны с учетом в том числе позитивного опыта Белоруссии. Дополнение. Признание незаконным проекта «Новая Москва», его отмена и ликвидация последствий нанесенного вреда за счет инициаторов и сторонников данного проекта. Следующий пункт. Вместо нынешней сверхцентрализации в вертикаль и бюджетной дискриминации регионов по сравнению с центром, относительное перераспределение бюджетных средств в пользу субъектов федерации и местного самоуправления, радикальное снижение диспропорции в уровне бюджетного обеспечения между центром и регионами, пресечение нынешней корыстно мотивированной оптимизации и вытеснения государственного здравоохранения, его подмены услугами частных коммерческих клиник, принуждающих заболевших к заключению, по сути, кабальных сделок, гарантируемое государством общедоступное для граждан России здравоохранение. Вместо нынешнего вытеснения бюджетных мест в вузах с сохранением «щедрого», в кавычках, безвозмездного экспорта высококвалифицированных специалистов за рубеж, всеобщий и равный, независимо от доходов семьи, доступ к качественному образованию, высшему на конкурсной основе, но с фиксацией обязательств гражданина перед страной в объеме госрасходов на образование. Вместо нынешней реорганизации, в кавычках, фактического уничтожения Российской академии наук по рецептам американских советов по международному образованию, восстановление самоуправляемой 300-летней Российской академии наук и надлежащее финансирование науки как базы научно-технологического развития. Вместо нынешних попыток зафиксировать на пенсии лишь отчисления от заведомо занижаемых зарплат работающим и на этой основе протаскивание повышения возраста выхода на пенсию, полноценные пенсии гражданам как часть от всеобщего совокупного ВВП страны, как не только работникам, но еще и наследникам всего богатства страны, напрямую из федерального бюджета с ликвидацией излишнего псевдосамостоятельного пенсионного фонда. Вместо нынешнего выдавливания граждан из собственного жилья необоснованным уровнем зарплат и пенсий
налогообложением, гарантирование гражданам реального права на жилье и личную собственность с приведением налогов на недвижимость на объекты в пределах 2-3 социальных минимумов в соответствии со средним уровнем зарплаты и пенсий. Не государственные услуги в кавычках, но полномочия и обязанности вместо нынешнего циничного выдавливания населения в платные услуги, полный и безусловный запрет для госучреждений, прежде всего образования и здравоохранения, на какую-либо параллельную коммерческую деятельность с взиманием платы с граждан России. Спасибо, Андрей Николаевич. Значит, прежде всего, внимание, да, внимание, значит, у нас публичные переговоры, значит, по общим пунктам, которые на бумаге, я понял, Мир Георгиевич, у вас возражений нет, но есть пункты, которые со слуха требуют принятия в разработку. Я правильно вас понял? Значит, те пункты, которые были зачитаны со слуха, принимаются в разработку, они требуют дополнительного согласования. То есть мы сейчас не спорим о них, а дальше работаем. По миграции очень важно. Пожалуйста, значит, сначала хотел... И редакционно, пункты 3.1, 3.4, 3.10, надо будет еще тоже посмотреть. Редакционно. В рабочем порядке. Теперь у нас есть представитель группы по защите Южных Курил. Спасибо. Очень коротко, буквально минута, обоснование только. Уважаемые товарищи, я хотел поднять тему Южных Курил. Тема дискуссии, непримиримые противники ищут согласия. Но государство, компрадорское, сырьевого типа, никакого примирения не может быть. Пока Япония официально не откажется от своих притязаний на Южные Курилы, мы никакие вопросы о совместном экономическом состоянии не можем вести речи. Сейчас, еще в 1998 году, 18 уполномоченных и чрезвычайных послов обратились тогда к министру иностранных дел Примакову, что ни при каких обстоятельствах не заключать мирный договор и о совместном экономическом действии деятельности никакой речи не может быть, потому что это ползучая угроза сдачи наших островов. Потому что Япония до сих пор не отказалась от всех притязаний на Южные Курилы и на часть Южного Сахалина. Сейчас мы видим, наши японоведы читают японскую прессу, обрадуются. Ему продлили срок до 2021 года. Он приезжает в школы, в институты, они проводят дискуссии по поводу северных территорий. То есть у них только это все накаливается, реваншистские настроения. Они говорят, как скоро будет это их территория. Что у нас? Мы видим все наоборот. У нас тема табуирована, она постоянно закрывается. Я с октября месяца пытаюсь провести круглый стол. Обращался к Зюганову, Дмитрию Георгиевичу, но ни один депутат, ни от одной фракции не осмелился поднять эту тему. Я вас прошу, в заключение, то, что я хотел тезисно снять с повестки дня, потому что не отвечает нашим геостратегическим, национальным, экономическим и оборонным интересам. Исключить совместно экономический. Есть Вьетнам, Камрань, Южная Корея, Китай. Две секунды. Внести на Динасачу сейчас вторую. Есть у вас это предложение? И сделать закрытый административный территориальный. Я вас прошу объединиться, защитить наши национальные интересы, не допустить, потому что это не только подрыв суверенитета, но наносит колоссальную угрозу нашим национальным интересам. Прошу еще раз. Спасибо. Молодец. Еще раз внимание. Мы не предъявляем никому никаких претензий. Мы среди себя ищем согласие. Пункт есть, предатель, обоснование предатель есть. Значит, пункт. Хозяева на сельской стране, а не гастарбайтеры. Вместо нынешней плановой замены населения вы ни в одном документе не прочитаете про этот план, плановой замены государства и так далее. Вместо этого я предлагаю следующую формулировку. Прекращение нынешней государственной политики Российской Федерации на замещающую миграцию в Россию, сформулированную в стратегии межнациональных отношений до 2025 года. Спасибо. Согласны? Согласны? Значит, что-то принципиально важное? Коротко. Одна минута буквально. Значит, хотел заполнить программу следующим социально-экономическим моментом. Необходимо полное освобождение ориентированных на экспорт высокотехнологических производств, прежде всего негосударственных НЛО. Это должно стать ниточкой, которой ныне можно вытянуть веревочку после индустриальной модернизации и становления новых средних слоев профессионалов. А тогда прекратится утечка мозгов, и людям, прежде всего молодым, нет смысла будет уезжать из России, а заработанными деньгами будут в основном тратиться прежде всего налогооблагаемым традиционным секторе экономики, торговля, строительство, услуг. Пример парк высоких технологий Беларуси. Спасибо. В разработку берем, текст оставите, этот пункт берется в разработку. Уважаемый товарищ, нас в очень жесткий регламент поставили.
Слово Дмитрию Георгиевичу. Я зачитываю, уважаемые товарищи, четвертый раздел, он короткий, называется «Союзников поддерживать, а не душить». 4.1. Вместо нынешней дискриминации и корыстно мотивированного давления в интересах олигархата, когда именно белорусам отказали в участии в приватизации Башнефти, конструктивное, на равных, в том числе, в доступе к энергоресурсам, взаимодействие с союзниками по единому экономическому пространству, прежде всего с Белоруссией, единые цены на энергоресурсы при совместном контроле таможенных границ. 4.2. Недопущение вымогательства передачи каких-либо государственных активов союзников российскому и транснациональному олигархату. Передача, обмен активами исключительно на взаимной основе. За любые попытки должностных лиц и руководителей предприятий монополистов оказывать давление на союзников России в части принуждения их к приватизации активов, их государству уголовное наказание. Но тут, конечно, вопрос с механизмом. Так, 5 раздел. Свобода созидательной экономической деятельности. 5.1. Пресечение феодального давления на самодеятельную экономическую активность, но не ограничением контроля санитарного, пожарного, строительно-технического и так далее, а жестоким пресечением вымогательства со стороны контролирующих органов при проведении требований со стороны контролирующих органов к обоснованному, однозначно понимаемому, формализованному минимуму. Значит, нам, конечно, тут стилистически еще придется работать, чтобы язык был более ясным. Пойманному на доказательном вымогательстве жестокое уголовное наказание, включая пожизненный запрет на работу в государственных органах и участие в управлении госсобственностью. 5.2. Конфискация всего имущества, запрет на амнистию и помилование и пожизненное последующее занятие государственных должностей и участие в управлении госсобственностью для осужденных за коррупционные преступления должностных лиц. Особо жестко, не для относительной мелочи, не для средней и высокопоставленных должностных лиц, например, начиная с уровня зарплаты выше двойного регионального уровня средней зарплаты. В общем, редакционно считаю, нужно будет поработать. Значит, Слав Николаевич, я полностью согласен со всем, что сказано, но хотел бы в другую плоскость немножко перевести очень коротко этот разговор. Чем мы здесь сейчас занимаемся? Мы здесь сейчас занимаемся, по сути дела, это элемент создания Объединенного Народного Фронта. Так ли? Тема моей докторской диссертации, которую я защитил лет 7 назад, уже Объединенный Народный Фронт Южной Африки в борьбе против режима апартеида. В процессе работы над этой диссертацией я обнаружил высказывание моего большого друга, одного из организаторов подпольной борьбы против режима апартеида, Мака Махараджи. Он сказал очень чеканную фразу, которая имеет огромное значение для нашей сегодняшней дискуссии. В Объединенном Народном Фронте имеет значение не 99%, по которым мы имеем разногласия, а 1%, по которым мы согласны. Вот по этому документу у нас на 99% согласия есть. Поэтому спорить нам на самом деле не о чем. Но еще одна гениальная формула, которая была выработана в Южной Африке, заключается «Единство в действии». Единство в действии. Вот лозунг. То есть мы не должны подписывать какие-то документы. Мы не должны создавать коалиции. Мы должны создавать единство в действии. То, что здесь предлагалось, Владимир Павлович Поливанов, давайте займемся защитой политзаключенных, давайте займемся объединенными политическими акциями. Вот так вот формируется Народный фронт. 8 апреля мы вас приглашаем на всероссийскую акцию протеста, которую организует КПРФ. Но посарай. Хотел бы поддержать противную сторону в том, что мы не создаем коалиции. Мы должны создать правительство народного доверия, которая выдвинет кандидатов в президенты, и разные партии, разные структуры, которые между собой, может быть, совершенно несовместимы, должны поддержать этого единого кандидата, и это правительство, и эту программу. Потому что больше страна не выдержит вот эту шайку, которая над нами стоит. Если мы это сможем сделать, вот мы приступили к этой работе. Поэтому мы приглашаем к тому, чтобы не искать запятые, не пытаться вставить всюду свои 15 копеек. Мы еще будем это дорабатывать и так далее. Но видеть вот эту перспективу объединения вокруг правительства народного доверия и народного кандидата, правильно. Не создание каких-то противоестественных союзов, которых быть не может. Потому что если такой союз создастся, то те, кто поддерживал раньше противоположные силы, просто отойдут в сторону и скажут: вы все лжецы. Вот мы лгать ни себе не должны, ни гражданам. Вот только поддержка
надпартийного, непартийного кандидата в президенты, надпартийного, непартийного правительства и соответствующего плана, который устраивает всех. Уважаемые товарищи, с учетом того, что мы в стенах МГУ, вопрос о шайке нуждается в редакционной доработке. Признаю. Громче. Директор института высокого гуманитаризма, извините, я забыл, что он не усиливает. Чего здесь не хватает? Значит, первое, это государственная поддержка и протекционизм внешней торговой деятельности, в том числе с контролем. Совершенно не было упомянуто о средствах массовой информации, то есть национализация и обобществление их. Не должно быть частных средств массовой информации, либо государственной, либо общественным объединением. Значит, и здесь, конечно же, вопрос в информационной политике, которую будут вести, значит, объединенные в данном случае силы, то есть это выработка, создание и выработка единой информационной политики, единой информационной платформы. Спасибо. 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 Я сразу проконсультировался. Вопрос о средствах массовой информации признается чрезвычайно важным, но в доработку, потому что есть вопросы о партийных СМИ и так далее. В доработку. Пожалуйста, так, коротко. Один вопрос. Коротко. Владимир Иванов, предприниматель. Один вопрос к Юрию Ильичу. Вы собираетесь менять Конституцию? Конечно. Вот. Уважаемые товарищи, на прямой вопрос должен быть четкий ответ. Вопрос о конституционном устройстве, о политическом устройстве, о культуре, которую здорово разводят в стороны и так далее, мы будем проводить отдельное мероприятие на другой площадке. Речь о нарушении Конституции. Зафиксировано. Садков, пожалуйста. Садков, заместитель председателя Союза офицеров России. Здесь, я думаю, главное тоже надо указать, что политическая власть и власть экономическая должны быть разделены. Участие бизнеса в политике, его воздействие на общественное мнение может быть только прозрачным и открытым. И главное, это необходимо внедрение в экономические отношения, а также среди предпринимателей и бизнеса, идеологию экономического патриотизма, которая должна быть основана на 5-10 пунктах, которые должны принимать, соответственно, представители бизнеса. За основу можно взять решение Всемирного Русского Собора о нравственных принципах ведения бизнеса. Спасибо. Честь имею. Значит, вопрос признается важным, берется в доработку, чтобы не с голоса. Статус. Игорь Иванович Стрелков. Текст. Ставьте. Текст. Внимание. Игорь Иванович Стрелков. Господа и товарищи, у меня маленькая ремарка. Маленькая ремарка, которую я хотел сказать. Я совершенно ничего не услышал в этой экономической программе по принципиальному вопросу. Страна ведет две войны, в том числе одну заграничную заморскую. Между тем, в этой экономической программе об этом ни слова. В воюющей стране экономика должна быть совершенно другая. Не сказано ничего об этом. Я прошу вас, если вы хотите получить какую-то поддержку, данный вопрос оформить. Поскольку эта программа трехлетней или четырехлетней давности. Спасибо. Мы свидетельствуем самоуважение, постановки вопроса, но, естественно, вопрос берется в разработку. Что нужна та или иная степень мобилизации для всех, безусловно, для нас, что мобилизация в условиях необъявленной войны и тяжелой ситуации, это все в разработку. Значит, коротко, буквально полминуты, потому что у нас заканчивается время, нужно подвести итоги. Харламов Александр, профсоюз судоводов России. Для формирования мягкой силы противодействия, а не просто путем изъятия природных ресурсов, это большая война, предлагаю запретить полное запрет на изъятие продуктов рукотворного труда у населения. Сейчас это очень сильно происходит. А без экономической свободы мы ничего не сделаем. Первое, это значит запретить изъятие у нас продуктов нашего труда. Спасибо. Значит, еще короткие реплики, внимание.
Значит, все предложения, просьба затем продублировать в адрес ПДС НФСР, мы будем собирать и отрабатывать совместно. Примен Алексей, Русское имперское движение. Вот сегодня я полностью поддерживаю, надо объединяться левым и правым. Объединяться против общего врага. Общий враг — это тот враг, который довел эту ситуацию, довел экономику нашу до коллапса. И я считаю, что надо отразить сегодняшней революции, резолюции, именно тот факт, что надо признать, против кого мы сегодня боремся. Это те люди, которые довели ситуацию до абсурда. Вдумайтесь, сегодня 60 семей контролируют все богатства земли. И также в России 300 семей контролируют все богатства России. 2% мирового населения, 40% мировых богатств. Наши граждане должны жить как минимум не хуже, чем граждане высокоразвитых стран. Поэтому надо признать, что основной враг — это либералы. Именно они не дают развиваться нашей стране. И поэтому идет обнищание и падение жизненного уровня населения. Пора прекращать эти преступные действия. И пора сбросить этих либералов со всех этажей власти. Спасибо. Уважаемые товарищи, у нас заканчивается, прежде чем подводить итоги. Я прошу огласить весь. Внимание! Прежде чем подводить итоги, Сергей Николаевич, выступите от имени, если это возможно, от своего или, если вас уполномочат, группы депутатов, 25 лет назад вставших против разрушения СССР. Поприветствуем! 25 лет назад в Верховном Совете России Сергей Николаевич от имени группы был единственным, кто публично выступил против ратификации Беловежского сговора, тем самым признания разрушения СССР. Пожалуйста. Дорогие друзья, я заранее поддерживаю то, что еще не зачитали, потому что действительно, зачем спорить о частностях? Если не будет поступков после того, как мы все одобрим, все остальное будет маниловщиной. Я хочу подчеркнуть, что у нас есть основа, которая должна бы, конечно, быть отражена. Это русские традиции солидарной экономики. Это традиции земской общины, кооперативов, артели и так далее. И это должно быть в экономическом документе, потому что это механизмы, которые помогут решить проблему и частной собственности, и коллективной. А во всем остальном я, конечно, хочу подчеркнуть то, что, о чем говорил и Юрий Юрьевич, и многие выступавшие. Давайте, если говорить о единстве всех национальных, патриотических и левых сил, сосредоточимся на делах. Одобрили экономическую платформу. Давайте займемся вызволением незаконно находящихся под стражей. Давайте займемся тем, что надо бороться против нарастающего беззакония в стране. Вот только тогда у кандидата от патриотических сил будет поддержка людей, когда будут видны поступки людей, стоящих за этим кандидатом. Спасибо. Я прошу обратить внимание, что это не говорильня. Я хотел бы публично поблагодарить и крупнейшую оппозиционную силу в нашей стране, КПРФ и РПЛ, за то, что они пошли на поступок, на эти переговоры. Давайте благодарим публичные переговоры. И, соответственно, организаторов ПДС, НПСР и националистические силы, которые тоже пошли на эти переговоры. Это тоже для них нелегкий поступок. Поблагодарим. Уважаемые коллеги, друзья, действительно, сегодня, я считаю, это событие, то, что вот мы все-таки обсуждаем вопрос не того, как мы разбежимся, как у нас разногласия, а что мы объединяем и какие позиции нас объединяют. И народ действительно ждет этого объединения, объединения позиций и то, что сегодня говорили, единого кандидата от народа, не от политической партии, которая сегодня стоит у власти, а именно от народа.
Многие нам пишут и говорят, ну наконец-то что-то у вас происходит, наконец-то вы начали думать, что не о себе, не о своих, так сказать, благах и не о своем статусе, а о том, что вы сегодня действительно люди, которые начинают думать о стране. И вот мы хотим, чтобы народ увидел в нас ту силу, которая может привести реального кандидата, который будет заниматься страной, который будет поднимать страну, и с этим кандидатом придет команда, которая этим будет заниматься. И когда нам говорят, что надо поменять этого, того, пятого, десятого, не людей надо менять, систему надо менять. И с этой системой должна, с новой системой прийти новая власть, новые люди. Я сейчас не хочу сказать, что мы здесь устраиваем какие-то революционные, так сказать, дела. Мы говорим о том, что мы можем и что мы обязаны сделать в нашей стране. Спасибо. Спасибо. Название и статус этого документа. Спасибо. Новиков Дмитрий Георгиевич, заместитель представителя КК КПРФ. Уважаемые товарищи, борьба, вне сомнения, за новую Россию, за Россию, которая пойдет другим путем, которая обеспечит новое будущее для страны, будет долгой. Но эту борьбу нужно вести гораздо энергичнее. Для успеха этой борьбы потребуется сплочение всех патриотических сил. И эти силы представлены сегодня здесь. Патриотизм и справедливость – два ключевых понятия, которые призваны помочь нам объединиться и идти вперед. Думаю, что это достойная платформа для того, чтобы работать вместе. Это достойная цель ради того, чтобы действовать вместе. Спасибо, Дмитрий Георгиевич. Дмитрий Георгиевич, скажите, а ЦК партии согласится, если большинство выдвинет не члена КПРФ? Я объяснил цели сегодняшней встречи. Если можно, вот, уважаемый Ленин Григорьевич, я предоставлю... Согласится ли партия? Значит, прежде чем отвечать на ваш вопрос. Какой Надежда вопрос? Надежда Михайловна Клочкова. Наверное, не смогу громко, но очень хотелось бы пожелать даже не знаю, как это, нашему объединению, которое сейчас здесь происходит, вот этому, как я так понимаю, это манифест разрабатывается. Это основа будущей программы. Это основа будущей программы. Я бы предложила создать все-таки или включить ваш экспертный совет ушедшего Сулакшева. Потому что у него очень много наработок, и человек очень уважаемый, он напрасно ушел, может быть, кто-то недопонял. Желаю вам и нам всем успешной работы. Работы, работы и работы. Потому что нужно, если просто так посидеть, послушать, поговорить и разойтись, и ничего не получится. Давайте вместе работать, думать. Спасибо. Значит, специально говорю, мы здесь не предъявляем никаких претензий друг другу. На вопрос, который поставил Леонид Григорьевич, я отвечу, как я могу. Я могу ответить следующим образом. Если мы пытаемся давить друг на друга, а вы вот согласитесь на вот это, а не согласитесь, все разваливается мгновенно. Просьба, не давить друг на друга. Процесс переговоров, процесс притирки очень сложный. В каждой из этих партий есть силы, которые за переговорный процесс, а есть силы, которые против. И мы должны сделать все для того, чтобы не сорвать переговоры, а продолжить их и идти вперед. С учетом этой оговорки, Леонид Григорьевич, как основатель ПДС на ПСР, скажете пару слов? Дело в том, я просто скажу из области. Перед последними президентскими выборами мы не просто вот так вот программу создавали, а мы встретились. Мы выходили на справедливую Россию, да, чтобы выдвинуть единого общенародного кандидата. И Геннадий Андреевич согласился, большое совещание было проведено, вот, выработали методику выдвижения, там несколько кандидатов было. А потом было просто объявлено, перестал встречаться, что у нас демократический централизм, вот как пленум и съезд решат, так и вот. Вот чтобы не получилось вот этот обман,
в очередной раз. Вот я это вот только хочу, чтобы были какие-то или вот подписи, что согласны, что если там большинство поддержит, и отработать не только. Я за каждый пункт этой программы подпишусь. Вот самые главные слова. Внимание! Еще раз громче. Камеру! Камеру! Цель. Вот действительно то, что обозначил Степан Степанович Суладжин. Остановить вот это уничтожение страны и переустроить. При нашем огромнейшем потенциале мы сегодня катимся в никуда. Посмотрите, вот международные показатели России. Россия никто без ядерного оружия сегодня. Ноль. За Гондурасом становимся уже. Понимаете, куда мы движемся? Если в очередные выборы вот сыграть, там эти запятые и т.д. Я согласен по всем. Я до этого читал. Спасибо, Юрий Юрьевич. Кроме там вот Кавказ и Среднюю Азию надо... Доработку. Так они союзники наши. Да, да, да. И мы их кинули. Это в доработку. Мы их кинули, они, не они наши. Правильно. Вот. А так я подпишусь. Но я еще раз говорю, вот цель нужно поставить. Потому что если вот очередные вот такие выборы пойдут, не выиграем мы. Потому что не мы у этого счетного станка, кого бы ни было. Поэтому другие методы должны. Ну, может быть, место не здесь. Спасибо. Дорогие друзья, я хочу, чтобы мы вот все здесь собравшиеся сейчас поблагодарили Юрьевича Болдырева за то, что он, используя свои давние возможности среди организаторов Московского экономического форума, сделал все возможное для того, чтобы этот разговор состоялся именно в рамках Московского экономического форума. Исключительно важный момент. Потому что если даже завтра народно-патриотические силы приходят к власти, возникает вопрос, какую программу они должны осуществлять, какие экономические задачи они должны решать. Поэтому невозможно ставить вопрос так, что сначала политическая власть, потом обсуждаем, что мы делаем. Уже сейчас мы должны знать, что мы будем делать в случае, если власть окажется у народно-патриотических сил. Юрий Юрьевич, вам благодарность огромная. Спасибо. Если можно, подводим итоги. Первое. Никакие переговоры невозможны без уважения партнера по переговорам. Никаких вопросов о том, что кто-то обманет, кинет, неуместны. В каждой партии свои внутренние сложности. Россия подписала Европейскую энергетическую хартию, но не ратифицировала, и слава Богу. Возможно, что что-то из того, о чем мы договоримся, не будет полностью поддержано у вас в партии или у вас. Без обид мы должны идти вперед в этом переговорном процессе. Если не справимся мы, то в более тяжелой ситуации завтра придется делать нашим детям. Кому-то все равно придется это делать. Поэтому, прежде всего, огромное спасибо тем, кто принял участие в переговорах. И очень важное замечание. Вы знаете, когда была выдвинута идея переговоров, смотрите, какие предложенные позиции. Одна позиция. Если там не будет этого пункта, все. Как это все? Нужно идти искать. Другая позиция. Ну, компромиссы, они всегда приводят никому. Компромиссы бывают разные. Если одним надо идти влево, другим вправо, вышли на перекресток и компромисс идти прямо, это бессмысленный компромисс, он никому ничего не дает. Если вышли на тот же перекресток, он Т-образный, уперлись в стенку, компромисс невозможен. Но у нас, слава Богу, другая ситуация. Как говорили здесь многие, у нас есть возможность не компромисса, а согласия по ключевому набору действий, необходимых нам. И еще раз возвращаюсь, это только узкая социально-экономическая часть. Более того, это та часть, о которой легче всего договориться. Вопросы конституционного устройства, вопросы, которые здесь ставил в том числе Сулакшин, на которые мы не обижаемся, а продолжаем привлекать к работе. Чтобы ни у кого не было никаких иллюзий. Всем было сказано, в том числе Сулакшину, что у нас не будет длинных докладов. У нас короткие выступления обсуждения пунктов. Но мы не обижаемся, мы всех продолжаем привлекать. Еще раз. Мы прошли самый простой, самый легкий раздел,
социально-экономическое, конституционное устройство, культурная политика и так далее, значительно более сложное. Но мы начали этот путь, я надеюсь, мы пройдем по нему. Спасибо всем, кто принял участие.